Приветствую, дорогие друзья, подписчики, а также заглянувшие на канал Михаила Плеско. С вами Андрей, я также занимаюсь ремонтом различной техники, да и просто друг Миши. Вот уже фактически 3 месяца прошло с того момента, как Михаил был мобилизован, и мы уже все просто по нем соскучились, также по его роликам, контенту. Вот и Михаил про нас не забывает, жив, здоров, весел. И поздравляет вас всех с новым 2023 годом, передает всем привет. Да и что я тут буду передавать? Давайте вместе. Всем здравствуйте, приветствую вас на канале Плеско Михаила. Как это ни странно, я смог передать весточку непосредственно с передовой. Я нахожусь уже, думаю, что ни для кого это не секрет, в ЛНР, практически на линии соприкосновения, но это третья линия обороны. У меня все хорошо, с обеспечением тоже относительно все в порядке. И самое важное, что хочу вам передать, я жив, здоров, настроение отличное. Повысил свою выносливость, очень сильно худею, и день рождения свое отпраздновал, по меркам войны отпраздновал очень даже хорошо. Но самое важное, что хочу я вам сказать, дорогие друзья, я искренне поздравляю вас всех с Новым годом, с новогодними праздниками, и, как я обещал, впереди нас ждет исключительно все самое интересное. Дорогие друзья, с наступающим Новым годом, постараюсь еще почаще сейчас выходить на связь. И спасибо вам огромное всем за поддержку. Радует, что с Мишей все в порядке, и нам его очень не хватает. Все вместе будем ждать его скорейшего возвращения домой, а также в нашу сферу деятельности. От себя я также поздравляю всех вас с Новым годом, пожелаю вам радостного настроения в новом году, сил, уверенности и, главное, здоровья, чтобы достигать новой вершины. Ну а на этом я с вами прощаюсь, всем спасибо за просмотр, и, как говорит Михаил, впереди нас ждет самое интересное. Пока!